Добрый день всем подписчикам, гостям канала и просто случайным зрителям. Сегодня у нас очередные новости от Национального банка Украины. НБУ объявил даты выхода и даты онлайн-заказа на монеты, которые выйдут в сентябре и октябре. 29 сентября 2020 года вводится в оборот памятная монета «Славный город Запорожье». Номиналом 5 гривен из Низельбера. Заказ на нее будет проходить с 14 по 27 сентября. И 7 октября выходит памятная монета «Амед хан Султан» 2 гривни из Низельбера, посвященная советскому летчику, участнику Второй мировой войны. Дважды Героя Советского Союза. Во время войны провел 603 боевых вылета и лично сбил 30 самолетов противника. Так вот, онлайн-заказ на данную монету будет проходить с 22 сентября по 5 октября. Повторю, пометьте себе даты заказов 14 сентября и 22 сентября. А вот про монету, которая выходит 15 сентября, Владимир Перец, 2 гривни, почему-то забыли. И уже известно почему. НБУ решил сначала провести на ней очередной динамический аукцион для определения цены. Аукцион запланирован на 15 сентября. Будет выставлено 1600 монет. Так что на онлайн-заказу, как и было с Видубицким монастырем, наверное, монету Владимир Перец увидим не скоро. Хорошо, хоть на эти аукционы выставляют не самые интересные монеты. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно нажмите кнопку «Подписаться». Кому информация была полезна, ставьте лайки. На сегодня все. Всем пока!